Ну что ж, новогодние праздники подходят уже почти что к концу. Я решил, а почему бы и не пожарить мне что-нибудь в тандыре? Зима, красота, баня у меня топится, тандыр горит. Будем что-нибудь сейчас жарить. Ну а приготовил сегодня в тандыре я знаменитые осташковские шеи индейки в тандыре. Заворачиваю их в фольгу, чтобы моя семья кушала их горячими. Кто-то скажет: фу, шеи. Вы попробуйте шеи индейки. Еще когда они приготовлены в тандыре, вообще просто сказка. Мяса здесь очень много, несмотря на то, что это шеи. Еще раз говорю, что это шея индейки. Мясо здесь вкуснейшее. Вот такая вот вкуснятина ждет мою семью. Всем рекомендую.